В эфире информационный канал «Город», и мы продолжаем. Игорь Васильев приглашает всех на разговор по душам. Сайт правительства опубликовал дату личного приема граждан губернатором. Встреча с желающими назначена на понедельник в 12 часов дня. Тем, кто хочет пообщаться с Игорем Васильевым, но не сможет уйти с работы или по другим причинам посетить мероприятие, в правительстве напоминает, что глава региона продолжает принимать письма от кировчан. Чаще всего, отметил в РИО губернатора, по электронной почте ему поступают вопросы, касающиеся дорог, медпомощи и цен на услуги ЖКХ. Обсудить проблемы с Игорем Васильевым с глазу на глаз можно будет в понедельник, 12 декабря. С 12 часов посетителей будут принимать в 146-м кабинете второго здания правительства. Вход со стороны Театральной площади. Не забудьте взять с собой паспорт.